Церемония посвящения – неотъемлемая составляющая начала учебы в любом училище или вузе. Ритуал это обязательно, его должны пройти все первокурсники. Брестский торгово-технологический колледж – не исключение. Этот день можно по праву считать символичным и запоминающимся для молодежи. Вчера на священной земле цитадели они стали учащимися колледжа, который выбрали при поступлении несколько месяцев назад. Мы гордимся, что именно в этот праздничный день, в этой праздничной атмосфере наши учащиеся совсем скоро возложат цветы к вечному огню, отдадут честь павшим солдатам минутой молчания. И мы надеемся, что это будет самое яркое, самое праздничное и запоминающееся нашим учащимся мероприятие. Всего в колледже сегодня обучаются около 1000 юношей и девушек. Каждый год поступающих не менее 300. Свыше 300 первокурсников и в 2017-м, а это будущие товароведы, продавцы и контролеры-кассиры, повара, пекари и кондитеры, официанты и бармены пополнили ряды учреждения. Среди новобранцев даже иностранцы. Я вообще сам не из Беларуси, как приехавший. Я приехал в Беларусь. Вот, чего я ожидаю? Как бы поступил на первый курс, на бармена-повара. Ну, всего, во-первых, здесь очень общительный коллектив, как таковой. Очень общительный коллектив и профессия, реальная профессия. Получение реальной профессии, как таковой. Тем более сейчас трудно достать где-нибудь какую-то профессию, и это такой оптимальный вариант. Пожелания и напутствия в адрес первокурсника в этот день произносили все педагоги, представители руководства мемориала, а также второкурсники. От лица агитбригады нашего колледжа, от лица второкурсников хочу поздравить наших новоиспеченных первокурсников с посвящением в наши ряды Брестского государственного торгово-технологического колледжа. Хочу пожелать им успехов, хорошей, приятной учебы и чтобы они не оставляли свою профессию. Молодежь запустила в небо разноцветные воздушные шары как символ начала новой жизни. А дальше все согласно расписанию. Водоворот пары зачетов, контрольных и экзаменов, постижение новых теоретических наук и приобретение практических навыков. На лестнице ведущей к мастерству и профессионализму они поднялись на одну ступень выше.